Следователи ООН, занимающиеся расследованием военных преступлений, заявили, что авиаудары, возглавляемые США коалицией по сирийскому городу Ракка, привели к большому числу жертв среди гражданского населения. Самолеты союзников поддерживают наступление на город курдских и арабских бойцов, которое началось на прошлой неделе. В результате боевых действий покинуть свои дома были вынуждены 160 тысяч мирных жителей. Ракка с января 2014 года под контролем боевиков ТИГИЛ и считается главным оплотом террористов Сирии. Предположительно, внутри города находится около 3-4 тысяч бойцов группировки. А вот сколько гражданских лиц там не сообщается. Но Международный комитет спасения сообщает о 200 тысячах человек.